О главном за 60 секунд. Открылись продажи авиабилетов на рейсы из Тюмени в Стамбул. Самолеты начнут курсировать между городами 16 марта. В апреле запустят рейсы и до Анталии. С начала года на дорогах Тюмени произошло 60 ДТП, причиной которых стала техническая неисправность транспорта, в том числе использование разной резины на автомобиле, что категорически запрещено. Тюменский Роспотребнадзор открыл горячую линию для приема информации о незаконной торговле спиртосодержащей продукцией. Телефон 8 963 068 79 21 работает круглосуточно. Деревня Святославка в Глашмановском районе в следующем году не станет. Это удаленный населенный пункт. Сейчас там проживает всего 6 семей. В районе в этом году уже упразднили две деревни – Медвежка и Скакунова. В Тюмени подвели первые итоги областного проекта «Команда развития региона». Талантливой молодежи вручили награды.